Труд учителя нелегок, труд учителя почетен. Кто ведет нас по дорогам, кто всегда о нас в заботе? Ну, конечно, он учитель, и ему мы благодарны. Только, может, нам скажите, стать учитель ветераном? Сами знаем мы ответ на подмогу молодым, чтобы легче было им, поспевают ветераны. Те, кто прежде с ранней рани в школу каждый день спешил, кто большую жизнь прожил, повидал, кто в жизни много, кто всю жизнь был педагогом. Доброта, забота, помощь, всех заслуг их не упомнишь. Мы от всех ребят бедовых и от наших пап и мам пожелать хотим, чтоб снова вы вернулись в школу к нам. Не работать, просто в гости, в праздник, в будни. И так просто посмотреть, как мы растем, как играем, как живем. Не старейте, не болейте, молодейте, веселейте. Пусть блестят сединки ваши, все равно вас нету краше, потому что доброта отменяет возраста. Мы рады видеть вас, ветераны нашей школы в этом зале. Приветствуем и благодарим вас! Пожалуйста,